Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Ну что, пришло время рассказать о самодуре. Немножко думал я это говорить попозже, но у нас в Одессе пошла ставрида, и поэтому есть смысл рассказать о самодуре. Значит, ну, сегодня я вам расскажу не о том, как делать самодур, а о том, какие нужны для этого материалы. Потому как традиционные материалы — это перья цесарки, перья утки и люрикс — они лучше работают по осени, а не сейчас. Вот этот люрикс такой вот китайский. А сейчас очень хорошо работает синтетика. Вот такие вот синтетические волокна. И сегодня я хотел бы вам рассказать, ну, из чего их можно сделать. Для этого нам понадобится органза. Обыкновенные бантики. Они продаются в галантерее. Называется она органза. Берем кусочек этого бантика. И теперь смотрим, какой у нас кончик будет распускаться. Вот она пошла, ниточка распускаться. Теперь я беру мотовильце и на мотовильце начинаю ее накручивать. Вот таким макаром. Простенько и незатейливо. В принципе, вот этого хватит. Дальше берем стяжку обрезаем. Стяжка все это фиксирую. Удобнее всего получается стяжкой. Все остальное пробовал, оно плохо получается. Именно стяжка — это классно. И вот они, волокна, которые нам уже пригодятся для того, чтобы плести нам самодур. Бывают бантики и такие, и такие. Вот цвет в основном салатовый, желтый и зеленый. Вот эти цвета в основном сейчас у нас работают. Ну, пока все. На следующее видео будем делать самодур. Все, будьте здоровы!